Так, выключил музыку. В общем, мне сейчас совсем не до музыки, надо разобраться с демами, да, вчера. И от их ответа, от извета. О, кстати. 60 игроков играет. От их ответа зависит, будет ли Игорь Петрович играть на данном сервере вообще или удалить все файлы. Час их настал. Но есть ли они в онлайн, ничего просто нет. Данное видео, кстати, и не выйдет. Насчет Субрас вопрос стоит. У нас нерешенный. Почему они тут фиктивные, что ли, Субрасы? Просто изменяют Shield of просто название. Потому что я посмотрел, вообще ничего не изменено. Или данная Субраса Shield War. Тогда я вот вопросом все остальные Дургары, Дроу, хоть и бы эта вот версия написана. Под вопросом. Если они здесь просто фиктивные, тогда я сюда вообще не зайду и буду в Арелит играть, удалю все файлы, чтобы у меня дефолтный инвентарь стал. Давайте уже, ну не то чтобы глаза режут, кстати, глаза у меня уже болеть от видеоигр стали, да, заканчивать. А приелись что ли? Хочу уже дефолтный, я привык дефолт. Но этот сервер, да, собран на любителя, я уже сказал. Поэтому сейчас мы добьемся все ответа от демов, успокоимся. Или просто глюк, тогда пусть чинят, плюс чинят. Все сейчас зависит будет от ответа мне от демов, если он последний. Вот как я поставил свою речь. Правильно. Не знаю, почему жалуются вот эти вот. Всего два человека жалуются. Сабат меня прям раздражало, сегодня чем-то там чуть не рассердился на них. В социальной группе. ВКонтакте. О, нифига себе игроков то сколько. Да у нас что тут такое все? Так, время сколько? 23, а, ночи. А что не закрываете дверь? Я уже научился. Зашел, закрыл. Уж там бывает снег. Кстати, глянем на улицу немного. На улице долго, нельзя находиться без плаща. Сопротивляемости холода. Температура какая за окном? Все еще дожди тут раз минус 7. Ой, снега. Значит, все еще зима. Стоит где-то осень сезона, раз написано. Пойду погреюсь с вами -то. И поговорим с демами. В течение 6 часов написано, не могу даже ответ дать. А я все предстаю. Мне надо быстро и все сразу получить ответ. Сервер, конечно, неплохой, но 20 уровень. Это напоминает первый Neverwinter, я бы сказал. Я уже забыл билды 20 уровня. Там что особо билдит? Или монах 20 можем, прям. Или монах 19, 11, 12, или монах 18, да. Да, сел 50%. Монах 18, 1 рок, вот. Да. Или ассасин. Атак или снип атак. И 11, 12, такой, например, для вы. 40 опал, 40, 19, 1, 1. Подборозки были. Что типа того? Ну, теперь общаемся с демами. О, щит какой-то. Ой. А я никогда не видел этого оружия. Нельзя, наверное, трогать. Сейчас будет все зависеть от нашего диалога. Судьба. Раз с ней поговорим. Вот она встала, выходит.
Ну-ка, она тоже дворф. Ну-ка, давай, расскажи нам за дело. Я послушаю тебя, детка. Что ты нам посоветуешь? Я тоже дворф, ты дворф. Переводи. Если нет, то это все надо. Надо рисовать демон. Ну, может, обойдемся без демонов, что их беспокоит? Ну-ка, давай, расскажи нам. Присядь сюда, девушка. Побеседуем с тобой. Если такая барыня, сударыня, и руки так положила, наверняка все знает. А я тебя с удовольствием послушаю. Берем факел, он раздражает меня всех. А что, не подготовил? Куда факел делся? А ну-ка, рассказал во всем, если знаешь ответ на мой вопрос. Я выбрал Субрасу Шрил Дворф. Она в априори должна быть дома. Я же не 18 убирал, что вы мне рассказываете про 2-3-2-3-2-3-2-3-2-3. У них Субрас эффективный, похоже. Надо за любой субъект, собственно, обращаться. Как на английском эффективное аниме Субрас. Что такое это, а? Да, берем Брикстон или кто он там. Хорошо сыграл. От этих игроков ничего не добьешь. Сейчас просто зависит вообще, как мы играем на данном все. Этого делового много зависит. Е-мое. Вы издеваетесь. Блин, от незнания я просто у меня проблемы. Вот самый главный вопрос. Ну, Субрас, ну ты не знаешь. Субрасы дают на этом сервере хоть какие-то плюсы, поберите скорость он сам. Или нет, если я выберу одну из них. Чудо, кто мне отвечает на этот вопрос, сегодня? Я уже стал задавать один и тот вопрос всем. Все толпятся тут только, в этой церкви. Нет, мне больше нравится все-таки жрецы. Походит тесная церковь. О, здорово выглядит. Тесная церковь. Делите опыт там. Я не пойду с вами. Если
поставите мой клиент. Все за монахов тоже стали. Настоящий вымышленный. То есть искусственный, только как бы есть, но как бы нет. Как бы нет, но как бы есть. Нет, но как бы есть. Что-то на бумажке есть. Слова. А так ничего не меняется. Условные вот. Долго отвечает, думаю, фиктиот. Да-да-да, мы за релитхом потому что сравниваем. Только правильно перевел. Не понимаете, что-то там много зависит. Диалог такой. Ай. Ну-ка я сейчас достану все эти демо, пока не получу ответ. Ну дальше уже онлайн там будут демо. Там написано, что не 5 часов должно. А я всех достану. Видите, вот бобус. Мне на ответ дайте его понять. Все равно даже просто это баг мне понять. Или блин, это блин по-настоящему что-то нету их. Ну нету и нету. Ну ладно, ну хотя бы изменилось вот название что-то просто. А может мне надо потестить просто других тогда, эльфа какого-нибудь там лунного. У него что-нибудь изменится, плюсы и минусы. Субрас. И только глючная вот эта субрас. Поправьте тогда ее. Я же баг вам нашел там. Чё ж так просто-то вот? Вот лень сказать даже. Русский вот всегда должен добиваться. Вот, вот у нас это есть. А вот глючных ни хрена нет вот. Вот не скажу, вот что-то я-то. Хотя некоторые наоборот говорят. Когда будет демо, связи? Только демо нужно. Мне ничего не нужно вообще. Удалю от стерви, да и все. Блин, час паузы. Решается судьба вообще-то, буду ли я тут играть. Так, минутку, это что там за магия? Да, народе что-то сколько.
Я писать смайлики. Вы что, сами-то не знаете? Вы что, новички на данном сервере? Это кто такой? Такой. Вот-вот. И что такое? То есть я пока не хочу удалять данный сервер, но в то же время... Мне он уже подбешивать начинает. Я от, а именно от незнаний. Пожалуйста, найдитесь кто-нибудь это. Кто бы мне помог в данном сервере, пожалуйста, ты. Ух, тогда будешь напрямую говорить, блин. О, суки против холода у меня прошло, и поэтому меня снег не ударил. А где снег? Ну, снега... Кстати, настройки у меня на максимум сделаны. Почему снега не видать? Блин. Написано против снега. Против снега у меня сохранение прошло удачно против холода. Если бы удачно, дамаг бы был. Ну вы, бригада. Что тут делать на данном сервере вообще? А релит намного лучше, он каждый себе занятие еще хоть нашел. Я уже признаю, что релит лучше. Что тут закрыто? По ночам. В нем можно город, ночью закрыто было. Не пускают. Почему демов нету? Ничего нету вообще, че тут? Делать тогда буду, я заканчиваю, да. Я не получил ответ сегодня, не удовлетворился. Завтра мне на работу вообще надо, блин. Я заканчиваю. Никто из игроков русскому не помогает, ни я ничего не знаю, блин. Одиночество, как всегда, он откроет, не отменяется, я реально сейчас бывает чувство. Когда идешь, особенно вот, сейчас я вам передам это чувство, чтобы вы поняли, что это такое бывает. Идешь по той же, и это у меня вот, у нас тут есть в пригороде деревенская такая, городского типа, пригород города Тюмень. И когда идешь один, думаешь, да хоть бы один человек навстречу, какая-нибудь собака или еще стая там. И думаешь, ну блин, почему на тебя только это сегодня, все против тебя весь день. Думаешь, вот еще собаки какие-то, если сейчас нападут, хоть бы один человек прошел, помог. Нет, вот эта атмосфера, природа, а тебе обходить уже неохота, устал после работы. Идешь, но нельзя бояться, знаю, идешь, но не боишься, стараешься не бояться. Ну да и прошел мимо, ладно, собаки не напали. Но все равно думаешь, почему тебе сегодня так в кавычках везет или не везет? Столько собак и все против тебя. Ни одного человека. А бывает, что наоборот, когда не надо, столько народу, блин, идет. Думаешь, там, блин, да сколько от вас людей? Вот такое бывает. По закону подлости. Ну устал, но никого видеть уже не хочешь с работы, не слышит. А там тебе куча народу, все идет. А наоборот бывает, что когда нужны люди. Кто-то еще прошел, не один был. Никого нет, ты один вот так вот. Вот так и тут сейчас ситуация. Столько народу, вот примерно то же ощущение, как реально. И никто тебе не может помочь. Вот и люди, игроки стоят, вот толпа целая. И они точно в этом вопросе не помогут. Я не буду сейчас ответить для всех, я бы мог на этой офисе кричать. Кто мне может помочь просто убраться? Не задать мне вопрос. Я сейчас стало уже. Неожиданный вопрос такой. ВМ красубрас. Потому что я уже устал. Я вот написал такой пост, кстати, 20 черточки. Это означает, можно общаться не на РП тему, а напрямую. Я еще, конечно, их прервал.
используется обратно в то. Написано на теле. Так ты если не используешь обратно, то как ты мне поможешь? Ну опять писать заново что ли, по 100 раз. Каждому по это. Каждому одно и то же спрашивают. Что тут можно так же написать? Даже демо не знаю, то я вообще не знаю, что делать. Может, надо выбрать за демо? Ай, винил. Демо. Это сказала должно, факт не сделал. Ладно, Дима все не дождался, значит, пошел спать. Достало. Пиздец какой-то. Да блин, у меня эмоции уже. Хорошо, хоть видео не затянулось. Нет, видео вообще могло бы 5-минутным получиться, если бы... Если бы демо ответил. Почему тут никто с убрасами не играет? Эй, вы чё, алё? Ну, это чё, приклонились, что ли? Вы чё, турели, дебил? Не, ну в натуре, как так? Никто с убрасами не играет. Вы чё, люди? О, погода на лучше написано. Погода улучшается. И видимость лучше стоит. Вон, вон кто там ходит. Такой. Просто вот единственное, что мне нравится, а на данном сервере этот сделан цепы подключены и все. Поэтому 10 гигабайт. Соответственно, естественно, будет все. Замечательно. Плюс на Винринтер ЕЕ на максимальных настройках уже лучше. Еще по модельке все проделать, знаешь. То есть вот единственное, что в Багдаде все спокойно, видите, идет осмотр. Может это гвард какой-то или еще кто-нибудь. Вот читаем все. Подождите, дайте. Стандартными расами, конечно, можно сыграть. Но с убраться, блин, нифига не дают. Я не знаю, дроу даст, нет, что мы долгожданные. Это загадка. Почему все молчат, это загадка, что я должен сам все обнаружить. Они, может, и знают, но молчат. Так, короче, этот парень, вы Сергай. У каждого тут тоже своя жизнь, мне кажется. У меня тут, блин, жизнь. А, стоп, и затянул. Холодное говорит, прикосновение, пацан. Вот почему со мной никто не хочет общаться. Я ж квент-то себе какую написал? Одинокий путешественник.
искатель приключений, странник, незнакомец. И вот самое главное слово, подожди, чернит, отшельник. Вот иди отсюда, скажет отшельник своей дорогой, со своей идущей своей дорогой. Смотрите, что надо сделать. Фейспальм. Понятно, почему мне никто не помогает, не отвечает. Сам выбрался себе это судьбу и должен сам понять. Но если тут глюк, как я вам должен понять? Я убираю Shift Bar, это сказано, что должно быть плюс 2. Конституция, она не добавляет, она в сервере. А все я сравниваю с этим сервером. На сервере Aerelith добавим влияет. Я уже устал в дем-канал включаться. Я уже ничего не хочу. Хочу выключить и выключить. Удалить и забыть. Где Дэма, блин? Ведь кто там еще, я не знаю. А еще медитацию надо выбрать. Да блин. Да блин, да дойди ты до туда столько этих эмоций. Все тогда вот так вот сделаем все. Я иду общаться с демонами, достало. Куда зайдет хоть один демон? Нужен вопрос, нужен ответ, то есть. Но важный вопрос, причем. Который зависит от суда вообще. Много. Вот ведь не везуха, это не круха, а сегодня. Что-то пипец какой-то. День, кстати, настанет. Нужно ли это видео выкладывать? Надо забыть, забить все на все. Получит ли Петрович ответ или бан получит? Вот в чем вопрос, быть или не быть на этом сервере. Светает, кстати, по чуть-чуть. А так-то неплохо, конечно, ведем. Все, да, ты монитор. Я всегда так у меня смешно чувствую. Так-то неплохо, говорю. А то, говорю, сейчас удалить надо все. И забыть про данный сервер. А потом, ну так-то неплохо, конечно, сделал сервер, конечно. Что в нем хорошего? По сравнению с Арелитом. Есть Underdark и разные миры. Есть снежные горы. Горы, да, эти. Этих, как они, дворфов, где есть города, наоборот, летние, зимние и так далее, где есть Underdark, подземные города, подземья, вот. И на выбор сразу есть, причем субрас, подземья, поверхность, причем вот там-то, да, или там-то играет 300 человек, ничего здесь хорошего, все это вообще задержался, время тратится. И никто не отвечает и не помогает. Я уже замаялся. Я у них спрашиваю. Кто им цель, как назло, чтобы пошел. Вы все против того, чтобы... Вот правильно сказать, я согласен с этим критиком. Все против игрока, блин. Даже выживание от нас. Никто с тобой общаться особо не хочет. Никто ничего не знает. Как обычно.
как будто все новички играют, будет по 2 года некоторые, собственно. Там общался, я не помню. Первым видео, да? Ну, предыдущим, не первым, предыдущим до этого. Она говорит, я, говорит, столкнулся с игроком. Я, говорит, играю 2 года на данном сервере, ничего не знаю. То есть играю, говорит, на 2 года не знает на ответы на мои вопросы, которые все отдавал. Ну как так-то? За 2 года я бы все узнал. Я сзади не узнаю все. Сзади не узнаю что. Я, говорю, 2 года играю и ничего не знаю. Кстати, интересно, как они сейчас откроют их с утра? Давайте еще раз. Ну, если долго мучиться, я почему-то, думаете, торчу-то так долго, потому что... Ой, я ж... А, это талк. Да. И специально ворот встал, чтобы посмотреть открытие. Насколько открывается город? Ворота. Сит надо поставить эмоцию сюда. Почему я все поставил обычную самую нужную эмоцию, когда выжидаешь, не поставлено. О, кстати. Сейчас будем ждать, когда откроют ворота. Это интересно посмотреть. Так, варшип уберем. Вон сит оставим. Да блин, опять пригодится нажимать. Все, можно бесконечно сидеть тут. А на улице лишь теплело, что ли? А, нет, он все холодно, минус. А, днем, ночью, кстати, холоднее, чем днем должно быть. Это тоже учитывается. Я уже тут свой стал, можно сказать. Ну как свой? И то он все равно не помогает. Вот здесь вот сяду. Я пока в штамм ни с кем не общаюсь. И послежу. На травку лучше сесть. Так, что это я сейчас выразился? На траву именно. Вот тут сесть в игре. На травку сесть хоть вырежет. И да, на видео скажет. Смотрите, он призывает. Ну это так не совсем. Ну что, открывайте ворота, толпа. Ладно, они тут живут, но все равно я знать хотел этот вопрос. Получи ответ на этот вопрос. Что, когда там откроется? Ну-ка. Это она что? С книгой ходит какой-то. Ответа не получил на вопрос. Тоже ждете город ответ. Ой, это открытие. Не пущу никого. Ты не пройдешь. Понятно? Заходили они тут, видите. Все, ждете открытия. А во сколько? В 6 часов открывается. Слушайте, мне нужен дем и все, успокоиться. Библиотека какой-то ходит или маг. А ну-ка посчитаем. А, даже маг пин. Свои группировки. Ну прям когда, как выживание, как его. Смотри, как медленно рассветалось. Прям как DayZ мод. Но я все равно в смятении. Я не получил ответ на главный вопрос по собраться. Что-то они тут фиктивные-то. Какой смысл тогда собирать? И дров открывать. Где-то смысл. В Underdark попадем, дров нет. Я шил двор точно под вопрос. Почему-то ничего не изменилось. Или эффективная субрация. Настоящая. Ну вот.
Вот еще снега не хватало. Прикольнулись или как? Ну и издевайтесь сегодня. Все против меня, я же сказал, он не знаю, все. Ни ДМов, ничего. Сам себе в помощь. Открывайте давайте скорее. Блин, уже нервы сдают. Я пинать вот эту дверь. Блин. Ладно, теперь вот сейчас при свидетеле. Ну как плавно все пошло. Дверь сказал, открывайте быстро, да свалю с этого сервера. Ну на сегодня. Нужно сейчас спать вообще. Все против меня. Ё-моё. Ни демов никого. Терпение вы, наверное, проверяете мое. Они проверяют, я понял. У меня уже нет терпения. Идем мы, друзья, идем, нет, в город. Я тоже в город хочу. Когда ворота откроются? Все ждут, прям в магазин очередь, а? Не, ну прикольно, конечно. Смотри-ка, с этим, с повязкой. Прикольно, нет, ну все, цепы на 10 гигабайт установлены, это прикольно. Может, много. Открывайте ворота, блин. Сколько можно? Магазины очередь уже скопилась. Долго мы будем еще ждать вашу мать? Капница, я хочу молока, кстати, молодец. Открывай, сказал. Какая очередь купила. Ворота открывать. Замерзнем. Я плащ не купил. Что не открывает? Блин. Идиоты, блядь. Это я не могу. Открыть эту дверь быстро. Видите, народ столбился. Кто-то пинает в эту дверь. Мы уже не терпение. Вот оно, вот и крышероли. Навыки вот такие все роли на 3 можно отсюда с 5. Я не РПшил. Больше полпешил. На РП это мои первые опыты. Тут надо быть очень терпеливым. О! Боги усмелось. Наконец-то. Наконец-то, блин. Где вас там носило? Во сколько открываются, надо сейчас заметить. Да, с моя атмосфера, конечно, на данном сервере. Все, что я могу сказать. Моя атмосфера. Музыка-то, кстати, наверное, какая-то неплохая, но я выключил музыку, напоминаю еще раз. Меня потому что достало уже это все, мне надо узнать ответ получить дымом, чтобы меня ничего не отвлекало от разговора. Кстати, у всех могут быть свои дома, покупка и так далее, домов, все есть. Свои корабли, дома. Специальная РП-жизнь. Зачем вам этот город вообще? Я тут запоминал, где-то где аптечки продают и все. Ну, был интересный момент, когда... Ай, а сколько открывается? 6 часов, понятно. А, опять крики будем эти слушать. Сумасшедших людей в городе. Ответ мы так не получим. Ну, знаете, все, что делать, сходу, давайте так определимся пока. Это означает, что я еще задержусь на данном сервере. Раз я ответ ни хрена не получил на свой вопрос до сих пор. Что за херня собраться, они кого-то специально это сделали. Если бы завтра получил, после работы, завтра я на работу. Вот эти урок гадства, а. Я буду добиваться и стучать демом. Ну как в смысле слов? В канал демом стучать называется. Ну как, опять, ну это слово. Постуки. Ну это рост, ДМ Роза меня заразила. Татьяна русскоязычная села. Она еще сами народом была. Серого Мислан, Тамин, с ней виделись там. Ну знаю, что. Это она придумала это слово. Постучи мне в канал ДМ. Постучать это нехорошее слово, это мужское так говорить. Постучать это нажаловаться. Я имею в виду, будем и дальше добиваться ответа от ДМ, пока не добьюсь. Вот сейчас даже еще раз. Hello. Здорово. Смотри, как в пустоту стучишься, блин. Тут я не слышал. О, вот видишь, уже все против тебя в долуре. Поймал 7, 4, 16, плюс лице 17. И минус 1 мне пошел, потому что у меня плаща никого нет. Фух.
А что будет, если остаться тут? А что я сделал себе? Дворфа на ХП. А хотел еще больше по субрасе, которую я никак не могу получить. То есть я получил, а ни хрена по факту не получил. Она пиктивная. А вот с этим не было бы теплее, с факелом. Только вас не хватало. Вот ты, я запомнил, кто меня убил. У мага фамильяра Пикси, вот эта вот женщина. Когда я не забыл. Вышли, называется, охранник. А во сколько они вышли? В 7-м часу где-то. Ходят стражники. Это надо было, вышли всякие, смотрите. Мертвые с косами стоят. Я уже давно не прокачкан, но если я не качалка, я в основном РП игрок теперь. Мне это уже не в приоритете прокачкать, но я его постараюсь. Но против Андеда это надо не камами бить было, а Балкион дома. Как раз таки моя рукопашка. Но попробуем камой или... Слушайте, а что я не поставил, дурак что ли? Что ты? Каму? Двойную каму можно. А чё, я не всё благословил, что ли? Пойду благословлю оружие. Лучше бить дамбаков. Никама, копашка, идём дома. О, плюс 4. Ну, пытаемся. А, кстати, до этого атака какая была у камы? А, одинаково, плюс 4. Ну что больше-то будет сейчас вот под вопросом? Без скама или с камой? Ну-ка, дамаг общий считаем. Снимаем это. 1,5. 1,6 плюс 2. Плюс 3. Ну я не знаю, сейчас поглядим. Кстати, что с них выпадает? Ни хрена себе. Вот такие вещи нужны, просто так выпадают. Ну тогда у вас легкий сервер, очень причем. Давайте одного кого-нибудь убьем. Мы закончим. Ну почему я? Ну вот у меня уже горел он какой-то, попахивает. Мне надо заканчивать. Опять целый день прошел. Я просто хотел зайти, думал, сейчас прошу у демов ответ на вопрос. Вдруг
вот это. Давайте сразу на сильных нового пойдем. Была не была. Уже пофиг на все стало. Днем-то, наверное, никто не спамится. Что тут делают игроки, я вообще не знаю. Что за дела? Еще раз напишем в канал демо. Если никто не ответит, я в натуре заканчиваю. Сколько можно мучиться? Я как мучаюсь только, что делаю, мучаюсь. Чем мне ваша кама сдалась? Лучше бить. Пашку. Чтобы... Дамаг редукстом нежити убивался. У них блудгион дамаг. По ним хорошо проходит, эффективно, а остальные типа дамага слэш. Пирсинг, то есть прокалывание режущий. Режущие прокалывания наоборот. У них резистится от блудгион, дамаг нет. Стоп, гряд, чё? Грядакс. Странно, что я нежити не нашел, все валяются. Ну и ладно. Рискну, значит, я уже нашел свое любимое местечко, прям сидит. Ну, надоело он там спрашивает. Когда дым Брикстоне бывает? Сейчас никто не хочет писать. Я просто не буду что делать. Мне надо и хай левела, знает, кто все знает. Все тут новенькие, блин, как будто ничего не знают. Так, Рейнвольд, между прочим, в топе один. Бета-сервер, наверное, новый. И когда? Когда тут будет демо?
И он пошел в старт локацию, кто у меня там стоит, Сугар, по-моему. Или он у меня на поверхности где-то вышел. Мне надо охота, чтобы был старт локации. Вот, ура. Просто Сугар у меня в старт локации никуда не вышел. Да, 63 игрока так-то. Это не 6 игроков, которые не плейсера, которые загибаются. Так, ну. Все, никого нет. Я с вами. 52 мне ничего не ответит. Они вот тоже не все вопросы меня завалят на очки. Голым бегать. Прикрыть свое темное лицо, чтобы не приставали. Кстати, насчет цвета. Мне больше белый цвет понравился. А, не забываем плащ покупать никогда. У кого-то они плащи не забыли купить. Молодцы. Молодцы, видео, значит, смотрите меня, Гайда Игорь Петрович. От этого, от холода. Блин, не тот плащ, а где цвет плащи плащи? Цвет купили уже, блин. Остался, какой остался? Вот, коротенький. Блин, большой остался. Я не хочу такой покупать. Буду без плаща мучиться. Потом подожду следующего рестарта сервера. Купили все плащи. Видите. Но я не хочу ни тратиться, ничего не хочу делать вообще. Все же закончится надолго. Надоело. Дефолтную будем стоять. Факел еще надо купить. А это что за сер вообще? Что за сер? Гномло, фулгут, соркерер. А, ну соркерер пойдет. Так. Как мне все надоело. Уныние, да, такое? Словно старик. Как мне все надо? Так ну ни ответа, ни привета. Ничего. А все задвинул его. Ну что ж такое-то, а? Сегодня за день-то такое. Мне так-то все нравится, все не нравится. Сразу смежные чувства. День вообще пипец, короче. Неоднозначный, сумбурный. Туда-сюда. Вообще пипец какой-то, короче. Наведение. Не знаю, что будет. Да пошло, ну. Я с убрасом никогда не понял. Давай води уже кто-нибудь из гримов. Онлайн набор еще. А не у него СДМ онлайн. А не у него СДМ онлайн. Да, домучивают ему. Вот в эту штуковину зайти. Или нет, никуда я не буду сугаться. Да куда это? А, это библиотека, сюда можно зайти. Потом вернуться можно. Все. Подсчитать можно все. Слушайте, все, я ничего не хочу, ничего не знаю. Вот здесь останусь, пожалуй. Я вот старт локации и все. Но я пока не удаляю сервер. Я не разобрался для себя ничего не знаю. Вопросы есть. Нерешенные причем. Завтра мне на работу. Как будет, если будет свободное время. Мы должны разбираться с данным сервером. Еще разбираться целый год, наверное.
нужно свободное время, здоровье. Терпение самое главное. Чтобы познать данный сервер, информацию получить. Знание языка нужно обязательно. Пипец, ну. Как мне сюда вообще занесло-то данные сервера? Что за... Ну-ка дайте попросить спать немножко. Понервничаю, спать уже. Что за пипец такой-то? Да блин, ты не скачи, просто полежи. Что на этом сервере происходит вообще? Да хватит падать, просто ляй. А, нет, еще из-за этого. Хотел другое слово сказать, помолчу. Еще достанут эти вот извращения. Ну ладно, ничего их обзывать-то. Не понять, кто стоит тут. Ну-ка, у них какая квинта? Чтобы я сразу понял, увидел бы свою квинту. Скопирован это моя квинта, а вы свою должны добавить. Смотрите прикол, я вам показал уже тогда. Сейчас могу показать еще, смотрите. Прикол, да? Все на этом. Замечательное завершение.